Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Джон Патрик Бирн. Родился 6 января 1940 года. Шотландский драматург и художник. Он написал трилогию «Slab Boys», пьесы, исследующие жизнь рабочего класса в Шотландии, и телевизионные драмы «Тутти Фрутти» и «Твое обманутое сердце». Бирн также живописец, гравер и театральный дизайнер. Информацию я беру из интернета. Родился в семье ирландского католического происхождения. Получил образование в городской академии Святого Мирина, прежде чем поступить в школу искусств Глазго. Получил несколько почетных докторских степеней. Первая персональная выставка Бирна в Лондоне состоялась в Портал Галлери в 1967 году, когда он работал дизайнером ковру. Его работы хранятся в коллекциях в Шотландии и за рубежом. С 1964 по 1966 годы Бирн создавал обложки для книг «Пингвин». Добился успеха после выставки работ в лондонской галерее «Портал» в 1967 году под псевдонимом «Патрик». Бирн утверждал, что картины, похожие на сны, были созданы его отцом, предполагаемым художником-самоучкой, создающим фальшиво наивного изображения. Помимо создания декораций к своим собственным пьесам, Бирн сотрудничал с режиссером Робином Лефлером. Также разработал декорации к фильму Сиу Уилсона «Число зверя. Деревенская девушка» Клиффорда Одетса, 1983 год. Оформлял обложки для пластинок Донована, Битл, Джерри Раферти, Билли Конолли. Иллюстрировал избранные рассказы Джеймса Келмана, лауреата Букеровской премии 1994 года. Несколько его картин висят в Шотландской национальной портретной галерее в Эдинбурге. Умер 30 ноября 2023 года в возрасте 83 лет. Ну вот так вкратце из данных, которые я нашел в интернете о Джоне Патрике Бирн, шотландском драматурге и художнике. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.